машину отмывать, а потом пианино. Не надо было его защищать. Валер, ты куда пошел? Ты куда пошел? На кухню? Ты что делаешь? Скажи. Прыгаешь? А что это у тебя, Валер? Покажи, что у тебя в ручке. Это что, твоя игрушка? Покажи мне свою игрушечку. Это что такое? Как это называется, скажи? Это называется железка, да? Подожди, Костя, а что это у тебя будет?